Настоящую легенду видно сразу. К ней почти невозможно прикоснуться. Но только не для тебя. Это твоя легендарная кредитная карта Альфа-банка. Закажите бесплатную кредитку с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. У-у-у, дожились. Папа, а давай маму порадуем? А что ее радовать? Она у нас не грустит. Ну вот она просто для нас так старается всегда. Сейчас придет уставшая, хмурая, а на столе стоит красивый торт. Давай приготовим. А с меня кондитер, перевел продукты, вытер. Да ты не переживай, пап, я нашел крутые рецепты с пошаговой инструкцией. Рецепты — это хорошо, надо еще навыки иметь. А здесь как раз все простым языком объясняется, получится у каждого, попробуй. А вообще ты прав, давай-ка мы маму действительно порадуем. Открывай самый вкусный торт. Ничего себе торт получился. О, мама пришла. Можно я скажу, что это я приготовил? Можно. Это самое ужасное родительское собрание. Где этот двоечник? Так стыдно, мне еще не... А что это у нас тут? Мам, я решил тебя порадовать и приготовил торт. Сам? Да. Ну, молодец, какой у меня сын. Слушай, прямо язык не поворачивается тебя теперь ругать. А признайся честно, ты, наверное, специально задобрить хотел, чтобы мама тебя не ругала после родительского собрания? Нет, из-за того, что я твою шубу случайно поджег. Что? Ой, то есть, да, из-за собрания. У-у-у, дожились. Докажите, что вы не робот. Так, сейчас я одному хакеру позвоню, он точно знает. Алло, сын! Алло! Пап, я на уроке. Помоги ты мне! Вот тут пишут, докажите, что вы не робот. Вот скажи мне, я что, на робота похож? Не, пап, это антиспам-проверка обычная. Что там у тебя просят? Укажите квадраты со светофорами. Ну вот галочки поставь, где светофор, и окей нажми. Нажал. Они мне следующий вопрос задают. Ну, значит, не то нажал. А как назад вернуться? Чего варианты ответа не предложили? Назад уже не вернешься, отвечай на новый. Что там? Отметьте квадраты с велосипедами. Ну вот. Опять следующий выскочил. Твою робота-мать, да сам ты робот! Это издевательство над людьми какое-то. Нормальный человек, вот скажи мне, может это выдержать? Это надо действительно роботом быть, чтобы все это пройти. Не, слушай, я когда этот экзамен пройду, я себе точно бутылку открою. Все, потом позвоню. Не отвлекай отца. Я пришел. Все, сын. Твой батька робот? У-у-у, дожились. Все, я в туалет пошел. Иди! Телефон! Все, уже убежал. Неизвестный номер. Ну что, поднять? Конечно. Алло! Здравствуйте! Девчонка какая-то уже. А это его папа. А кто его спрашивает? Сына спросила. А какая подруга его спрашивает? Он парень популярный у девушек. У него подруг может быть много. Застенчивая какая-то. Ангелина из параллельного класса? А что Ангелина хочет? Жениться ему пока еще рано. Застеснялась совсем. Только познакомились, хотела пригласить погулять? Ну, попозже набери Ангелина, он срать пошел. У-у-у, дожились. Сын, ты посмотри, до чего техника дошла. Телефон, оказывается, голос мой понимать умеет. Сейчас. Покажи мне поздравительную открытку на день синей изоленты. С удовольствием. А где она? Да в галерее все открытки, последняя которая. Пожалуйста. Ну ты видал? Телефон, голос мой понял и показал эту открытку. Ты понял как? Пап, ну ты и деревня. Ты только сейчас узнал, что так можно. Да и не только так. Телефон, покажи мне номер телефона Сереги. С удовольствием. А где он? Да в контактах он. Пожалуйста. Ну, видал? Пап, да я знаю, ну что ты мне рассказываешь? А если знаешь, почему тогда отцу не рассказал? Ну что мне тебе еще рассказать, что в телефоне календарь есть? Ну я не знал, а где он? Ай, пап, мне бы твои проблемы. Ой, какие уже у школьника могут быть проблемы? Мне бандиты стрелку забили, я не знаю, с кем на нее идти. Ты что? Да, меня побьют. Где ты с ними встречаешься? В Grand Mobile. То есть это в игре все, это не по-настоящему? Да, это игра на телефон. И твою мать! С удовольствием, а где? У-у-у, дожились. Мам, купи мне худи с пауком. Сейчас все одноклассники такие носят. А что паук обозначает? Ну, это значит, что любишь аниме. Детский сад, ясельная группа. У меня денег нет, это донашивай. Ну, пошли сразу папе покажемся. А сейчас только кроссовки сниму. А мы с обновкой пришли. Ты слыхала, что по новостям передают? Сейчас подростки собираются в ЧВК «Рибан» какой-то и толпами нападают на беззащитных прохожих. Отличительный знак у них у всех на одежде нашит паук. Ну если бы мне хоть один такой рибановец с пауком попался, я бы ему как рибанул бы по затылку. Пап, привет. Вот именно так и пойдешь в школу, раз мозгов своих нет. Марш отсюда. Хорошо. Ну иди. Ну сейчас. Че ты стоишь? Иди. У-у-у, дожились.
Папа, ты мне поможешь? У меня не получается самолетик сложить. Да не мешай ты мне с этой ерундой. Не видишь, я новости смотрю. Сынок, а ты мне не поможешь? Пап, конечно, помогу. Что там у тебя? Ну, у меня тут вот не получается компьютер настроить. Ну вот смотри, открываешь? Сынок, открываешь Google и любой вопрос сюда пишешь. Он тебе всегда поможет. Иди нахуй. У-у-у, дожились. Папа, можно мы с Даником по заброшке полазим? Стыдым, экстрим! Я вам говорил, никакого экстрима. Это старое здание, оно сыпется все. Опасное. Папа, мы внутрь не полезем, мы просто рядом побегаем. Скажи, Даник. Говорю! Знаю я вас, залезете на самую крышу. Еще свалитесь оттуда. Или кирпич на голову упадет, так вообще кепку помнет. Ну, пап, мы остадожно. Ну что за дети пошли? Вас вообще домой не загнать. Посидели бы дома в тепле, поиграли бы... Папа, можно мы сначала на заброшку сходим, а потом поиграем? Скажи, Даник. Говорю! Ладно, иди. Ну смотри мне, если ты там убьешься, домой лучше не приходи. Хорошо. Даник, а где мой сын? Да все, потодатина. Не понял. На него чисто случайно кусок кирпича упал. Как? Он снизу стоял, а кусок кирпича отвалился с крыши сам, и ему прямо в башню. Чистая случайность подключилась. Ты серьезно? Да нет, конечно, я потом остановлю. Ой. Это я на него скинул. У-у-у, дожились. Ну что ты все кислый сидишь? Ай, пап, у меня проблемы в отношениях. Ой, да какие уже у молодого проблемы? Да я с девушкой познакомился, вот. Ну, красивая, я бы тоже такую. Вы где познакомились? Ты не знаешь все равно. Так вот, я с ней познакомился, мы с ней пару раз уже... Молодца пошел отца. Встречались. А она мне сказала, что я нищеброд. А это еще почему? Потому что она попросила купить ей пирожное, а у меня денег не было. И она сказала, что я нищеброд, и родители мои нищеброды, раз мне деньги не дают. Ну и пускай идет лесом эта кикимора. Ты ж посмотри на нее, если бы хоть красивая была. Папа, она мне нравится и не выходит у меня из головы. А ты в голову не бери. У меня в твоем возрасте такая же ситуация была. А расскажи. Ну, у меня денег тоже было немного, но тем не менее повел я одну фифу в ресторан. И что ты заказал? Ну, я ей взял стакан минералки, сидим молча. Она пьет, допивает, а потом заявила: «Мне такой мужчина не подходит». Встала и пошла. А ты за ней? Нет, я говорю, встала и пошла. А я куда пойду? Я только есть начал. У-у-у, дожились. Ну-ка, иди сюда. Это что такое? Что? Это пачка сигарет, которую я у тебя нашла. Я не знаю, это не мое. Не твое. Мы стараемся, воспитываем из себя идеального ребенка. А ты что, куришь вовсю? Я не курю. Сегодня ты куришь, завтра ты пьешь, а послезавтра я за эту улицу стою! Зубы маме не заговаривай. Ну-ка иди сюда. Что? Сейчас тебя мама отучит. Ну-ка, давай закуривай. Ну, мам. Нет-нет, не надо мамы стесняться. Давай, как ты там за гаражами с друзьями, или где вы там? Ой, вы посмотрите, плохо при маме курится, да? Давай-ка следующую сразу. Мам. Не мамкой, ты у меня сейчас, родной, всю пачку за один раз скуришь. И больше тебе никогда этой дряни не захочется. Поджигай! Я пришел, а что-то у нас... А что у сына с лицом? Ты представляешь, я у нашего сынули отличника... Пачку сигарет в комнате нашла. Фу ты, а я думаю, где я ее оставил? Настоящую легенду видно сразу. К ней почти невозможно прикоснуться. Но только не для тебя. Это твоя легендарная кредитная карта Альфа-банка. Закажите бесплатную кредитку с целым годом без процентов и получайте супер-кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. У-у-у, дожились. Пап, ты мне дашь своей машины прокатиться? Чтоб ты ее разбил, даже не думай, я это не переживу. В прошлый раз тебе попросил лобовое протереть, так ты щетки отломал. Ну херня бывает. Ты вообще охренел? Никакой машины, двоечник. Иди вон лучше маме помоги, она там в интернете твою тетку двоюродную найти не может. О, сын пришел. Сынок, не могу в одноклассниках найти твою тетю Еву. Вожу в поиски Ева Боброва, а мне выдает чужих теток. Мам, ну введи уточняющие данные, например, какой у тетки пол, сразу найдешь. Спасибо, помощник, сама справлюсь. О-о-о. Пап, дай машины прокатиться. Выкинь эту мысль из головы. Учишься на одни двойки, родителям не помогаешь. Еще машину мою покалечить хочешь. Ой, только не надо сейчас вот уже на жалость давить. Еще музыкой этой меня этим не возьмешь. Я не давлю на жалость. А ведь ты прав. Я ужасный сын. Плохо учусь. Не помогаю родителям. Ты прав.
Нужно пойти и помочь маме найти тетю. Вот. Я видел какую-то Еву в закладках твоего браузера. Пойду покажу маме, наверное, она. Сильно не разгоняйся, чтоб не разбить. Уже разбил. Ну херня, бывает. У-у-у, дожились. Ну выбирай, сын, себе кресло. А можно любое? Ну мы ж с мамой пообещали, что подарим тебе любое, которое ты выберешь. Тогда вот это хочу. Ты что, Ламборгини по частям собираешь? Что ты выбрал? Папа, ну крутое, я давно хотел, это геймерское. Меня даже слово это пугает. И чем на нем занимаются твои эти геймеры? Я на нем буду круто играть в игры, оно красивое. Ты мне мозги не компассируй. Кресло для школьника должно быть полезным. Для здоровья, для осанки, а не красивое. Папа, ну что я буду как лох среди друзей? Ты не понимаешь, на таких все стримеры сидят. А ты знаешь, кто твои стримеры на самом деле? Кто? Это двоечники, которые плохо учились в школе, не смогли освоить нормальную рабочую профессию и теперь вынуждены всю жизнь жить за эти несчастные донаты. И что, ты тоже так хочешь? Ну? Меня не слушаешь? Сейчас тебе человек знающий объяснит. Консультант! Бегу-бегу. Объясните вы этому чаду из ада, я говорю, кресло должно быть полезное. А он уперся, говорит, хочу геймерское, вот это вот. Да-да, геймерское кресло, это сейчас лидер продаж. Вот именно это великолепный выбор, непревзойденный дизайн. А где ты находишь? Бегу-бегу. Значит так, раз сам выбирать нормально не умеешь, сейчас тебя отец выберет. Ну что, сын, нравится? Как хоть ощущения? Как нахуй вращение? Спасибо, папа, лучше бы вообще не покупал.